Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим, Лукашенко спасет ли свои сбережения по белому свету. И что из этого у него выйдет? Так, раз, два, три, четыре. Так, Лукашенко. Его спасение. Вот он спасает. Как спасает? Сильно спасает. Его возможность, да, спасти свои сбережения, спасти сбережения по всему белому свету. И что же будет, что же будет? Сейчас посмотрим. Сбережения Лукашенко. Раз, два, три, четыре. Начали. Вот он, Лукашенко. Спасение. Сбережение. И вот у него все получилось. Чики-пуки все получилось. Так, теперь я беру вот эту колоду. Это он сам. Это его старание, спасение, сбережение. И вот он с чем остался. Начали. Раз, два, три, четыре. Лукашенко. Посмотрите, папа вышел, папа, священник, Арафан. Он фактически как бы дает нотацию, куда деньги отправлять. Ну, ведь вышел папа, Арафан. Значит, он в курсе. Значит, надо что-то делать, подумал он. Что эти сбережения... Нужно прокрутить и быть на чеку. На чеку. Получается, он в курсе каких-то событий. Теперь, вот его старание. Стараться. Успешное движение. Смотрите, как старается. Успешно у него все получается. И он где-то там радуется, что у него все получается. Хороший мальчик, да? Сказал он сам себе. Успешно все случилось. Значит, он спасает красиво свои сбережения. Бухгалтерия работает. Теперь спасает. Сбережения. Сколько сбережения? Как дела у сбережения? Сбережения, они крутятся, вертятся. И он старается все прокрутить как можно лучше. Потому что фарт ловит. Видите, фарт и фарт. Это вращение. Потом смотрите, колесо, колесо, колесо. Успешный ход. Он старается это расфасовать по каким-то лицам. Ну, мы видим тут три девицы под окном, пряли пряжу вечерком, да. И он хочет всех обхитрить. Торжественно, торжественно все идет по плану. И принятое решение по разнарядке всем дает указания. Это налево, это направо. Ну, вот так вот. Вот такие сбережения. И что же со всего этого красивого компота выйдет? Компот. Луна. Тайная бухгалтерия. Ну, ППС – это скрытые маневры. И чтобы скрыть это все красиво, во времени есть помолвка. Он хочет это на кого-то переписать, свои сбережения. Получается, он чистый. У него нет ни копейки за душой. Понимаете, да? И успешный парень отряхнулся. Ну, будем так говорить, отряхнулся. И... раздав свои поручения для каких-то лиц, смотрите, тут шестерка, тут Паша Жезлов, да, каким-то лицам он это все красиво делает. Вот такой вот Лукашенко. Ну, давайте посмотрим ему на удачу. Теперь, перед тем, как посмотреть ему на удачу, мы знаем, что ППС – это очень двойственный спутник, это Луна. Где от этой карты можно ожидать все, что угодно. Все, что угодно. Это стихия Земля. Смотрите, огонь, вода
и земля. Получается, чтобы промчаться, ну, с вихрем, да, это огонь, огонь, промчаться с вихрем, с ветерком, спрятав деньги в каких-то бухгалтериях, при этом он должен с кем-то согласовать, это помолвка с кем-то там что-то, во времени, при договоренности. И что же скрывает Папесса? Я специально эту карту сейчас рассмотрю, что же там такое творится под низом. То, что мы не знаем на той стороне Луны. Смотрим. Все чики-пуки, да. Так. Так, карты Таро, скажите, пожалуйста, что так красиво у него все гладко? Это скрытая бухгалтерия. Две карты. То, что мы не знаем. То, что на поверхности. А это то, что там где-то списано, записано. Сейчас посмотрим. Очень хитрый товарищ, видите? Разбитое сердце и время. Смотрите, это у него душа болит, сердце болит. И видите, ангел-хранитель, он переживает во времени, вдруг что-то не так. И у него сердце от этого и болит. Тройка и тройка, да? Получается сердечный напад. Потом этот какой-то успех его ждет очень скоро, что он на будущее заложил где-то там фундамент, что на будущее это ему пригодится. Получается, он перестраховался, и если даже ему там какие-то санкции будут ставить, это надо смотреть его родственников. Ну, я так поняла. А так у него все красиво, смотрите. Идеальный мужчина. Идеальный человек. Теперь на удачу Лукашенко. На удачу. Раз, два, три, четыре. На удачу. Получается, смотрите, он переживает во времени, что что-то пойдет не так, но все пойдет так, как он где-то там должно разделиться на троих, может, на сыновей, знаете как, и всем по закону. Тем более, это еще наследство, 17 аркан, дети, деньги, наследство, любовь. Вот это все карта наследства написана на детей, это по наследству. Теперь ему на удачу. Что же скажет госпожа удача для него лично? Так, госпожа удача, как она ему улыбнется? Госпожа удача, стойкость. Он старается удержаться и думает, что он будет крепко стоять на ногах. Дети. Он надеется на детей. Это дети, что дети ему не дадут упасть. Надежда на детей. Или дают опору детям. Через это все есть роскошь, богатство, материальный успех для себя, любимого. В общем, получается, Лукашенко все чики-пуки. Госпожа удача ему улыбается. В общем, вот такие карты вышли. Ну, все у него хорошо. Так, теперь мы смотрим, что скажет цыганский оракул. Так, цыганский оракул. Так что он святой, как есть. Так, теперь. Все для детей. Пахал день и ночь. Так, смотрите, раз, два, три, четыре. Это он сам. Это его старание по сбережению материального успеха. И что же будет, что же будет. Так. Доверие. Он доверяет какой-то женщине.
Какое-то доверие он хочет добиться от какой-то женщины. Ну, что-то там, какие-то дела решает. И он хочет с ней эту ситуацию прокрутить, с какой-то мадам. Плюс еще паш жезлов – это какие-то люди ему в помощь. Теперь старание, его старание. Переживающие, болезненные, болезненно, ну, так, переживает. Его сбережения, все, которые он по всему миру разбросал. Какая-то часть у него пропадет. Видите, тут выбор. Выбор, где-то что-то и пропадет. Потому что или туда, или сюда, видите, да? То в этом плане, получается, есть где-то промашка. Где-то что-то сгорит у него. Так, теперь. И в итоге. Священник и информация. Ну, смотрите, это, скорее всего, наследство. Вот 17 аркан, я сказала. После моей кончины, например, священник. Это доверенный нотариус, можно так сказать. Священники обычно присутствовали на каких-то, были приглашены, и они заверяли какие-то документы. Значит, все скрыто вот в этих, в этой тайной бухгалтерии. Ну, вот эта помолвка, это и есть, это нотариус, ну, или как священник, как бы перевернутый, да, ну, в общем, вот так вот. Вот так он спасает. И вот тут карта на удачу ему, вот я ему вытянула. В общем, его дети обеспеченные, как говорится, на 100 лет вперед. Так. А сам он чистый и пушистый. Так, на удачу. Юная женщина. Это его надежда. 17 аркан – это вообще как надежда. Он надеется, что все сбережения будут записаны. Вот так вот. После его кончины. Все. В общем, он все подготовил для своих детей. Он может смело уходить в дальний путь на долгие года без возвращения. Все. Без возвращения. Получается, он написал уже завещание для своих детей. Все. Ну, а там, как детям все перепадет, это уже другая история. Это уже другие расклады. Вот так вот. В этом раскладе мы увидели, что он все отписал для своих близких и родных. Вот так вот. А если тут даже, видите, ребенок, то он, получается, все на детей. Если вышел ребенок, да, младший, то получается на младшенького. Все для младшенького. Надо посмотреть на Колю отдельно. Если захотите, я посмотрю. В общем, вот так вот. Так что Лукашенко – голый король.